Знаете, вот Борис хулиган, вот хулиган. Нельзя камеру без присмотра оставить. Стоило мне отлучиться на подиум, как он без меня стал брать интервью. Пока корреспонденты отдыхают, что? Это же Настенька, давай я у тебя возьму интервью. Дорогие друзья, рубрики «Не знаю какой» на канале «Не знаю каком», не успел спросить у корреспондента, она убежала, но микрофон у меня, камера здесь, а рядом со мной Патрис... Да, тут написано. Точно, фэшн-концерт. А рядом со мной потрясающий, ну вы согласитесь со мной, просто великолепный, шикарный дизайнер Анастасия Мишина, бренд Стаси и Стася. Вопрос. А что спрашиваю? Что хочу? Ой, слушайте, чего я хочу, это нельзя на широкую публику. А, мы про одежду, про коллекцию. Дизайнер. Ой, коллекция. Это не тебя буду спрашивать. Какая коллекция называется? Вот вы объявляли. Кто мы? Вы. Я опять раздвоился. Она, мы же на ты. А я вот когда-нибудь доживу, когда Настя займется мужской одеждой. Почти. Вот видишь, почти, потому что я еще не в твоем пока. Но корни сегодня вышли в футболках от Стаси и Анастасии. Так что в скором мы сейчас начинаем с верхней одежды пальто мужское разрабатывать, а потом рубашки, брюки, и наконец-таки я создам мужскую коллекцию. У меня очередь. Ну мы договорились, после корней я уже следующую на очередь, окей? Окей. Окей, все слышали, все, она сказала да! Так, ну ты не спросил меня, какая коллекция была, ты видел? А, да, да, про коллекцию. Подожди, не надо меня спрашивать, давай я тебя поспрашиваю. Настя, расскажи, пожалуйста, о коллекции, которая сейчас была. Ну, я показала это прозрачность, да, в этом и в прошлом сезоне я показала прозрачность, смиксованная с кружевом. Здесь практически все модели звезды вышли, да, как бы в прозрачных платьях. Да, но прикрыто между тем. Но тем не менее, вроде бы платье прозрачно, а на самом деле ничего не видно. В этом была изюминка. Не видно, но, понимаешь, я вот как Дон Гуан, когда он Лепарелло рассказывал, говорит, мне достаточно увидеть только часть лодыжки, и я уже возжелаю эту женщину. Здесь, на самом деле, как раз вот эта тайна была, тайна женственности, тайна чувств. Это было супер, я еле удержался. В любом случае, мы произвели фурор, и мы уже участвуем в Estet Fashion Week 5 сезон, по-моему. 7-й. Седьмой, ну, может быть, седьмой, если с весенним балом, да, то седьмой. Вот, поэтому спасибо, с вами была Стася Анастасия. С нами была Стася Анастасия и мегаведущий Борис Черкасов. Подписывайтесь на нас в инстаграмах. И... приходите в Крокус Сити Молл за платьишками. Анастасия Мишина, дизайнером. Пишите письма, вкладывайте купюры, не забывайте слать переводы.